В Артемовском городском округе в рамках Дня почитания памяти российских военнослужащих, погибших в вооруженных конфликтах за пределами границ нашей страны и 26-й годовщины вывода советских войск из Афганистана была организована русская пробежка, в которой участвовали ребята и подростки нашего города. В русской пробежке принимали участие учащиеся образовательных учреждений, также общественные организации. Дети, которые занимаются в патриотических клубах. Несмотря на ощутимый морозец, артемовские ребята с удовольствием покорили символическую дистанцию. Пробежка для них не только повод побыть на свежем воздухе и потренироваться. Это нечто большее. Пробежка очень хорошая, мне понравилась. Прививает патриотизм, патриотический дух. Я считаю, что на каждый праздник... связанный с памятью наших бойцов, погибших за Родину, нужно проводить такие мероприятия. Нужно чтить память своих дедов, прадедов. Благодаря действиям отдела по работе с детьми и молодежью администрации Артемовского городского округа, военно-патриотических подростковых организаций Артемовского, ветеранских организаций и широкой общественности, артемовские ребята имеют свое четко выраженное понимание патриотизма, ощущение сопричастности к тем подвигам, которые совершили их предки. На территории Артемовского городского округа в рамках месячника защитников Отечества проходит масса патриотических мероприятий. И, конечно, каждое из мероприятий направлены на то, чтобы наша молодежь как можно больше и активнее принимала участие. Решение пробежаться пришло к ребятам не просто так. В городе ведется планомерная работа, включающая в себя подготовку целого комплекса мероприятий, направленных на привлечение внимания к ратной истории нашей страны и воспитание высоких моральных устоев у будущих защитников Отечества. Дети проявили активное желание в участии в пробежке и заявили желание принять участие в пробеге на соревнования в 9 мая. На этом ребята и их наставники останавливаться не собираются. В год 70-летия Великой Победы артемовские патриоты от мала до велика проявляют самые различные инициативы, лишний раз доказывая, что память и уважение к истории своей родины у них в крови.